Сегодня мы с вами научимся, значит, записывать любой из одночленов в виде квадрата. Итак, вот у нас имеется выражение 16х в шестой. Значит, для того, чтобы представить в виде квадрата, надо 16 записать как 4 в квадрате. Х в шестой. Далее открываем скобки, пишем число 4. Что, как поступить со степенью? Значит, мы раз будем представлять в виде квадрата, мы будем все показатели делить на 2. 2 поделить на 2 – это 1. Значит, единицу мы не пишем. А вот х была шестая степень, поделили на 2, станет третья степень. И за скобкой мы поставим квадрат. Еще одно выражение. 49 m квадрат n в четвертой. Ну, первое, что мы делаем, 49 это 7 в квадрате, m квадрат n в четвертой, переписываем. Затем открываем скобку и в скобке пишем 7 и все показатели делим на 2. Получаем 7m, n, 4 поделили на 2, это 2. Скобку закрыли в квадрате. Еще одно выражение. m в восьмой степени. Значит, открыли скобку, записали m. 8 поделили на 2, это 4. И за скобкой будет стоять квадрат. Значит, вот таким образом мы записываем каждый из одночленов в виде квадрата одночленов.